Вот мы приехали и отдыхаем. Но. А там наши дети уже ходят. Это самое, дашь кассету? Или я, может быть, дам, чтобы переписать? Дальше планирую водку пить. Ну, я в гостях здесь, Серый. Я у Васькин. Папа. Мама, тика. Да, Васькин. Отойди. Вы мои красавчики. Что это у нас? Это мы приехали в гости. А какой у нас адрес? Адрес у нас Прохладная, 26. А это наши машины. О, Васькин, что? Кость, только не уронить, я прошу. Кто улыбается тут маме? Я же снимаю, каратисты. Ой, отходи. Вот такая взлетная полоса. О, боссы сидят, отдыхают. Ждут еще одного, третьего босса. Да уж. Сейчас тут шнурки погладим. Какая там кися у нас? Кися там песня, да? Я вижу два вхвата. Привет. Песня есть, да? Я так и знала, что кем-то караулят вроде. Подожди, когда хозяева придут. Ну, как машинка валит? Да нормально, а что, я не видел Мазду. Это кое-кто дуркует. Рекс. Ну, или одна бегает. Настя в роликах дурацких, я салоном. Ну, скажи, Оле, Ну а раз уж так сложилось, что сегодня вы звоните одна, давайте ваш привет. Поедем по чуть-чуть. Ращенко. Так, стаканы кладу. Так, ну, придем, вылази там.
Лиц, он такой очень жирный. Лечо. А он для водички. Минерал. Давайте. Давайте. Подымем. Сейчас. Чтобы слить, да, или нет? Для свободы. Ой, подходи. Так, это мой мой. Давай, за встречу. За встречу нежданную. Машина. Не, за встречу. Ее надо было шампанским. Это пятый. Ее надо шампанским мыть, брызгать прям. Валерка приходил к нам же, свою, что-то там зеленое. Ну, да, то зеленое. Вообще ремонтированная машина, ну, так ее красиво обнул. Мне как пошли машины после этого. Да, прям взял бутылку, сболтал ее и вылил половину на машину. На капот ему выпили, вообще обалдеть. Красиво было. Вот эти вот штучки загораются и автоматически вечером включаются поливалки. Как тоже солнце садится. Ну, знаешь, дом взял, полил, какой поливал, отдыхать. Да, там какой-то там таймер Галины стоит. О, они разгораются. Знаешь, что... Конечно. Конечно. Планируется даже забахать фонтан из камней. Вот здесь вот, видел? На сеном рынке, кстати, обалденно. А вот мы где отдыхали, там вообще шикарный дизайн вообще. Ну-ка, Сира, дай водички. Держи. Что-то мне от лимонада слипается везде. Хочется простой советской водички. Кстати, я сила любая. Сейчас переговорил нашему Адинеру, говорю, дайте минералки. Мы минералку не пьем. Почему? Целлюлит говорит от минералки. Ой. Ты представляешь, я первый раз услышал. Представляю. Ну это не нам. Потому что нам, да, целлюлит теперь не смешно. Когда нужно ехать, нужно ехать. Сказал, я заболел, сопли, три колена. Чихаю. А что ты мой телефон таскаешь? И все. Если бабки закончатся, надо. А у меня нет своего телефона. Нет. А у нас приехал вот, мальчик вот цены с Краснодара. Цены на жигули упали, я вам скажу так. Как пошли эти кредиты. Да, сейчас. А через год, наверное, вообще советские. Я не знаю. Я про не, как знаешь, упало? Будет как цветной телевизор скоро. Да. И черно-белый. Вот такая херня. Скоро вообще достаток. Сейчас проценты банки меняют. Помнишь, ты же говорил? Да, было 20, 22, сейчас 12, было. Потом будет 9. Мам, прикинь, хотел ехать к тебе. Кто? Женька. Какой? Ой, все, Настя. Какой? Настя. Как не приехал, надо, всех, так бы и всех уехал. Посылают нафиг. Я Ну, Васькин! Ну, что вы так эти все неродные? Ну, Васькин! Привет! Там Насте красавице косы заплетают. Какая классная! Какая красота! Да, у нас от лимузинов. Моя мама. Железные. Большие, да. И кругами. Да. Пусть это обидчик. Я говорю, а фары, Серега, это же обыватель фар, да? Ну да. Да, а счета-то нет. Ну так, побрызгало. Побрызгало и все. Давление сильно на струю сбивает. Ого. Там. О, Мазда. А, видишь, как на десятки прям. Ёлки-палки. Дом, совсем дом сюда, да, расположен чем-то сюда. Дом, я такой вообще не знаю, как будто знаешь, оно что собирает у нас в России. Дом, нет, это японские шпины собираются. Винчен, квадратный фильтр, да? Да. Он такой плоский. А это уровень масла, да? Угу. Толстый,
Иначе должно быть сложно. Ну, вот тут еще длинный. Вообще прикольно, лоточка такой делает. Обычно плоский такой. Нравится у них, когда головку снимают, у них распредвал такой. Нет, это синтетика. Ну, первая льется полусинтетика на 2000. Потом срывается, а потом синтетика. Да. Тетя Оля, ты так все красиво убрала, все цветочки сделала, вообще молодец. Сразу чувствуется хозяйка в доме. Привет, Валера. Здорово, Маша. А ты кто? Дед ты кто? Не видно, что ли? Тяжело, Оля, да? Кто там? Сейчас мы займемся этими цветочками. Подрежем их коротко. Ты мои сладкие. Опа. Да. Ночник. Какой свет? А, тот? На двери. Ну так Вавайский наш, да, припоз. Так, мама, отведи полисадник. Не надо. Пусти не поползать, да, он сейчас земли наестся. Я один раз пустила на землю. Он так полными пригоршнями землю в рот. Чтобы не завалился. Он же свет, где-то навалил. Ну, Вавайся, нет, прости. Еще. Ну. Самое главное его не съесть теперь. Так уж и да. В смысле, он его это самое. Нюхай, власть, видел, ты. Настя. Только было ему месяц, он его не понял. Его надо вот так оббирать. Вот они, боссы, друганы. Нет, так, кака. Куда в рот? Кака. Это не едят. Еще мам, скажи, ням-ням. Правильно, я тоже говорю фу всегда. Папа улыбается, да? Зубы показывают. Ну? Ну правильно. Зубастый парень.